Второе место. Это тот результат, к которому вы стремились? Для вас это победа или все-таки проигрыш? Я думаю, что это не победа. Так, я был настроен на лучший результат. Ну, как с ботинками у меня проблемы. Прямо перед стартом. Прямо перед стартом они, получается, у меня разболтались. И мне пришлось сделать буквально за короткий срок новые ботинки и встать на них. То есть из-за этого у меня не получилось тот результат, который я хотел. То есть техническая сторона подкачала? Да, подкачала немного. На них неудобно, они высокие. И мне бы за такое время короткое не успеешь прикататься. Ну, как сбегал. Будут еще дистанции на этом чемпионате? Нет, хотел сбегать завтра 1500 метров, но после сегодняшнего 1000 метров решил отказаться от этой. Что дальше все-таки? Второе место – это высокий результат? Ну, второе место, да, как бы это хороший результат, ну, точнее, место хорошее, но результат меня не порадовал, так как у меня в прошлом году на чемпионате России было, получается, 1:09.4. Это был лучший результат немного. Тем не менее, мы поздравляем вас с этим результатом и с этим местом. Надеемся, что следующие соревнования в этом сезоне будут для вас более удачными. Да, спасибо.